Нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов – это настоящие наши патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы, энергию для побед во имя нашего Отечества. В этом зале собралась элита белорусского спорта. Представлены все спортивные общественные организации страны. Присутствуют тренеры, спортсмены, директора республиканских центров олимпийской подготовки, заместители губернаторов, руководители государственных органов организаций, оказывающих практическую помощь по различным видам спорта. Именно вашими усилиями создается спортивная слава Беларуси. Вам принимать решения о дальнейшем развитии олимпийского движения в стране, определять приоритеты в работе, давать оценку сделанному. Именно с вас будут брать пример новое поколение белорусских спортсменов.